Итак, ребятки, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и у нас событие с легендарными модами. Это последнее бесплатное типа событие, да? Давайте посмотрим. Наносит 50% урона от атаки всем противникам в конце хода владельца. Наносит 50% атаки в конце хода. То есть я проатаковал, и потом у них еще забралось 50% от моего хода, а у всех, то есть, что значит у всех? Даже тех, что типа сейчас неактивные, два динозавра тоже получат урон. Ну, как бы, потому что описание, короче, здесь неоднозначное. Так, при получении смертельного урона выживает и сохраняет один очок здоровья, это мы знаем. Типа ледяной камень. 50% урона от атаки всем противникам в конце хода владельца. А чем эти карточки отличаются? А, ничем не отличаются. И это тоже ничем не отличается. Это типа самые крутые карточки. То есть ударить всех, но так, это надо проверять. Так ли это? Они по праву считаются самыми сильными. Используйте их с умом. Урон всей вражеской команде. Но это так написано, да? Написано то, что пробивает сквозь щит, тоже написано. Только оно что-то не пробивает. Так, ну у них у всех чуть-чуть хелса добавилось. По нищебродски, по 55 всего лишь. То есть я, по идее, сейчас одним ударом убью всех. То есть они это хотят сказать. То есть одним ударом всех. Этого я пробил, и остальным по 50% урона должно хватить. А, то есть по 260. То есть это от моего чистого урона считается. У меня чистый урон был где-то 200... 600, да, плюс 50%. Все в блок ушло. А что за токсин? А про токсин ни черта ж не сказали. Или... А, так то есть, вот это прикольно. То есть, независимо от того, попал я, либо не попал, оно по всем... То есть, основной удар не прошел, но 50% урона прошло по всем. Вообще-то, это шикарный удар, конечно. Так должна работать вот эта фигня сквозь щит, но она чуть не работает. Так, мощные эффекты всей команде, да? Живучесть. А ну. Просто неубиваемость дает. Получит смертельный урон. Существо выживает и сохраняет. Ну, то есть можно тупо накапливать баллы. А хотя нет, их тут двое. Но у них самые нищебродские эти усиления. Они, блин, бестолковые практически. То есть мне нужно первого вынести, а со вторым можно проэкспериментировать. Ну что, прикольно так смотрится на этой арене. Все. Ну давай, что-нибудь сделай. 3 балла, 1 на 1. Ничего не захотел, короче, сделать по факту, да? Так, раз, два, блин, а 3-4. И то не пробил. 3 хилса, очень неудобное количество здоровья у него. 3, так он меня сейчас может за 3 пробить, по факту. Блин, 2, неприкольно. Сейчас он меня пробьет. Но я выживу. Но я не смогу защититься. Чего? Он типа просто стоит как чучело, да? Все в защиту ставит. А сейчас меня протакует по максимуму. Так и задумано было. Что первого я убиваю, а второй убивает меня. Ну типа как убивает, но я выживу с одним хелсом. Давай, на все 7. Стопудово. Стопудово. Ха-ха, я знал. Это обучалка. Ох, какая красивая картиночка. Будет у нас. Вот наша живучесть так сработала. Но это не так прикольно, как прошлое усиление.
Это мы в вольере рапторов сражаемся. Прикольно, кстати, я только на это обратил внимание. Что это и вольер именно рапторов. Так, ну еще у нас есть какая-то супер. Покажите, что вы научились. Травоядный, он подменится на кого? Ну, на травоядного. Ой-ой-ой-ой, какой у меня выбор. А это мои моды или это как бы... Так, тут хелзы. Да тут, ну, токсин, короче, был. Это вообще крутая штука. Так, а мне просто интересно, это мои моды? Или это бесплатные моды? Надеюсь, это бесплатные. Вот так. Второму живучесть. Это что дает? Дает одно очко действия за каждое павшее существо в команде. Команде в конце следующего хода после его выбывания. Вот, вот так вот, да? Ну вот эта вот байда, но она не работает так, как должна быть. Не работает она так, как положено. Так, у него там что? Одета фигня, которая забирает. А почему здесь нет? А, вот эти легендарные, типа, три, да? Это редкие. Это мне по редкости отсортировано. Это просто 15%. Всей команде 10%. Кстати, можно взять всей команде 10%. Для последнего существа возьмем 10%. То есть оно усилит и первого, и второго. Это хорошо. Так, вот, 732 плюс 10%, вот так вот. У него тоже единство есть. Сейчас я всех продымажу. Ну, правда, не так уж сильно, но... Давай, ну, какой дополнительный урон прилетает? По 269. Вот так, почти добил Саркозуха. То есть я сейчас его тупо еще раз дымажу и убиваю остальных. Ну ладно, Саркозуха убивает. Тут нету смысла даже как бы особо его защищать. Этого пробил, Саркозух сейчас умрет, останется один нодозавр. Клон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я что-то не обратил внимания на эту штуку. Так, теперь пора мне подменяться. А если клон скопирует клона, что получится? А, ну, в общем-то, я и так подменился по факту. Сейчас урон должен прилететь. Ну и что? Воровство про... И что я сделал? И что это? Воровство и клон? Что в итоге дало? А, клон, клон, клон. Клон это клонирует. Блин, а я думал воровство взял, а я склонировал показатель. Ну вот так вот. Ну чё, прикольно. Прикольно. Ну более разнообразно, чем было. Но мне все-таки кажется, оно стало сложнее. Поначалу я думал, что оно будет проще. А тут все-таки много разных усилений, все-таки оно кажется даже более сложным к пониманию, чем то, что было. Так, ну насыпало мне немножко легендарных. Ура, 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 поздравляю. Ну так оно и так меня пускало туда, как бы... И без этого всего. Обычные моды. Ну, обычные не прикольно, конечно. 10% ни о чем. Ну, вот редкие, да, можно покупать. Легендарные, то есть, короче, мы ими пользоваться практически не будем. Потому что за баксы я их покупать как бы не собираюсь. А вот как бы редких накупить, это пожалуйста. Мне как бы хоть по 50 миллионов, в принципе, мне вообще не жалко.
Так, давайте немножко покрутим, потом потратим пару десятков миллионов, может попадется что-то толковое. Блин, мне одно и то же берсерк попадается. Ну, скажем так, это неплохая штука, но... Дайте набор какой-то. Альфа. 5 лямов. Опять альфа. Короче, одно и то же попадается. Берсерк, альфа, берсерк, альфа. Так, тут дальше. Такое, такое. Давайте 400 тысяч. Ну, еду мы не так часто сможем покупать. Отключает мод вражеского существа. То есть у блюхи вообще как-то не по приколу. Так, ледяной камень и токсин 50%. Здесь что? То же самое. Только есть еще дополнительный клон. Воровство и кровотечение. Ну, неплохие штуки. Давайте вернемся сюда. Еще покрутим немножко. Наборчик дайте, ё-моё. Да я вас оставлю в покое. Снова альфа. Тут вообще что-то еще есть? О, наконец-то. Набор. Берсерк, берсерк, берсерк и альфа. Кто бы сомневался. Ладно, давайте выйдем отсюда. Мы что-то тут типа выполнили. Это хорошо. Сейчас немножко восстановим. Вот это, кстати, статуэтка, да? Там ее разместил. Ну, короче, практически восстановил. Не хотел просто собирать со всего золота. Вот так вот. Давайте пойдем посмотрим, что у нас еще тут есть. Так, завалить 3 рексов. Это мы всегда с удовольствием сделаем. У нас есть нет нокаута. Вот такая штука. И есть вот эти уже моды. Моды обучения. Ну, давайте продолжим. Блин, ничего себе, смотрите, вот это шляпа. Не знаю, мне кажется, это прям достойно в отдельную серию. Так, давайте сейчас заглянем на шоу арены. Тут как-нибудь разберемся по-легкому, а там я еще отдельной серии, наверное, запишу это. Так, рексов будем пробивать травоядными. Ну давай. Ай, двое всего лишь. Двое, двое, двое. Ну давайте попробуем. Так, 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 ну я могу довольно долго тут одержаться. Так. Так, ах, что-то мне кажется, что я троих там уже-то не пробью. Так, ну если я хотя бы одного пробью, о, теперь уже, думаю, справимся. Атака на 6 из 7, прекрасно. Так, ну плюс-минус они равны сейчас, если суммировать, да? Раз, два, три. Раз, два. А, черт, он перенес. Если он меня проатакует на три, на четыре. Если пройдет, точнее, больше, чем
2, то мне хана. А он может меня продемажить на 3. Нам фартануло. Он мог бы меня сейчас пробить. Ух, ребятки, пронесло. Димитрдончик, неплохо. Так, ну а вот эти два турнира тогда я пройду в следующей серии, ребятки. Вот так. А, чё тут замигало? Ну, в общем-то, тогда до скорых встреч.